Самарские стрелки вышли на 3D-охоту. Условия максимально приближены к реальности. Место действия – лес. Оружие – лук и стрелы. Но ни одно животное не пострадало в качестве мишеней – муляжи. Спортсмены сутки выясняли, кто из них самый меткий. За соревнованиями наблюдала наша съемочная группа. Читая в детстве книгу о Робин Гуде, я хотела стать похожей на главного героя. С тех пор Юлия Хлебникова лук не выпускает из рук. Безошибочное попадание в цель – результат ежедневных тренировок. Признается, помимо физической подготовки, должна быть и моральная. Надо уметь почувствовать тетиву, сконцентрироваться на мишени и точным выстрелом поразить ее. Если ты целишься, например, до губы натягиваешь, то надо чисто вот ты стоишь туда и смотришь. Куда смотришь, туда и попадешь. А если целиться до виска, например, то надо целиться уже по стреле. На турнир съехались 36 спортсменов, и все они профессиональные любители 3D-охоты. Здесь возятся кабаны, зайцы, лисы и волки. Правда, деревянные. Это традиционные мишени для лучников. И все до одного признаются – на настоящую охоту никогда не пойдут. Да я слишком люблю зверей, поэтому не пойду. Соревнования проходили в личном зачете, оценивали не только расстояние, с которого участник попадает в цель, но и точность. Так что стрелкам надо знать еще и анатомию животных. Чем больше мишеней из 19 подстрелили, тем ближе победа. Почему, значит, именно 19? Вообще стандарт 24. Но дело в том, что наши соревнования однодневные. И вот для того, чтобы успеть закончить в светлое время суток, и людям еще у нас много гостей, которым ехать в соседние области, мы просто сократили для того, чтобы быстрее это все, динамичнее провести соревнования. Этим летом 3D-стрельба из лука зарегистрирована во Всероссийском реестре видов спорта и спортивных дисциплин. Впереди у лучников олимпийский финал, который пройдет в сентябре в Кинель-Черкасах. Татьяна Пудова, Егор Майоров, «Новости губернии».